just Fitness Forze Palermo. А сейчас расскажи, почему я в красной шапочке. Just чуть-чуть подальше. Я хочу дать свой отзыв. Надо снять очки. Очки. Но я хочу сказать, почему я в красной шапочке. Отзыв путешествия, исцеляющее путешествие 2 со Светланой Тишковой. Так вот. Я вот приводила такой пример своей дочери и решила с вами поделиться. Это первый инсайт. Легкая судьба по жизни. Вот тот, кто сегодня купит, или в дальнейшем, когда будет просматривать мое видео «Исцеляющее путешествие номер 2», я могу сказать, за номер 2, именно сейчас, прошла только третья встреча, это 1000 миллиард процентов легкая судьба по жизни. Да, это первый инсайт. И вот почему вот красная шапочка, да? Вот я как красная шапочка, да? То есть вот есть русская сказка «Красная шапочка». Вот она вот такая вот выкрутится. И даже если волк съест вас, да, то все равно придут эти дровосеки и эту красную шапочку освободят, да? Так вот, вот эта вот метафора курса «Исцеляющего путешествия номер 2». У меня лично что в жизни произошло, вот я просто размышляю, думаю, ну у меня так все замечательно, так все замечательно, так все замечательно. А почему замечательно? Потому что я у Светланы покупаю из курса в курс, начиная с психосоматики по сегодняшний день, и просто молю Господа Бога, да, Вселенную, чтобы как можно дольше Светлана была в интернете, создавала свои уникальные, бесподобные, таких программ больше нигде нету, Just этому подтверждение, которые я покупаю эти курсы, потому что это делает легкую судьбу. Вот я вроде ничего не делаю, а все делается за меня. И вот очень меня впечатлили вот эти вот энергии женские. Ну, я расскажу, а потом мы сделаем фитнес, потому что, ну, я считаю, что это важно. То есть у человека 4 энергии, да. Я, конечно, расскажу чуть-чуть, но так как Света делает, и плюс у нее методы практики, и она умеет сказать это четко, в точку, и там, где... Каждый человек включит свое размышление. То есть у нее так построена программа под каждого человека. Не то, что сделай это. Нет. Вы сами все это делаете под себя. То вот 4 вот этих энергии. Женская. Я хочу. Да, вот это женская энергия. Следующая. Мужская. Беру. Женская, детская, да, я своей дочери объяснила, детская энергия, это честен сам собой, это детская энергия, это вот она вот такая, кстати, моего мужа преобладает детская энергия, поэтому у него легкая судьба, и действительно это так, я по сегодняшний день этому учусь, то есть это когда заходишь в автобус, да, а кто-то пукнул, пернул, то взрослый человек промолчит и просто будет стоять, типа как бы там не воняет, да, а ребенок зайдет, скажет, фу, здесь так навоняли, кто-то пернул, да, так и скажет ребенок, и он будет честен с собой, честен с миром, и, соответственно, у детей у всех все получается легко, это я так вот для себя. Ну и родительское, это, конечно, такое все поучение, знание и все остальное. Но это я рассказала в двух словах, так как я поняла, а каждый человек понимает под себя. А мне очень нравится музыка разная. И современная, итальянская, русская, американская. Фредди Меркьюри, Кастро Мио Аморе. Битлз я еще не слышала, надо будет познакомиться с его. Джаз, я люблю джаз.
Андре Риэу. Мульто пьяче, мульто пьяче. Но сегодня джаз. Понятно? Понятно? Капиту? Капиши? Капиши? Что такое? Что такое? Не надо выключаться. Не надо. Вот. Вот. Все, шляпу сняли. Будем заниматься фитнесом. Пропускаем. А мы сегодня сделаем такие вот Фабио де Трапани, чао. Вот такие вот упражнения. Что-то у меня слабенькие, слабенькое. Си. Но мульто форте. И импортанто квесто. Uno, due, tre, quattro. Да? Ну, для начала мы, конечно, приступим вот такие вот упражнения. Так. И подняли. И вот эти вот. Раз. Ручки поукрепляем. Два. Видите, вот это вот не делаем, а вот, видите, вот она. Вот. Три. О, есть ручки, ручки. Да, потом. Отлично. О, yes. О, yes. Amo piace. Amo piace. A me piace, e questo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, отлично, еще вот такая вот, раз, два, вот, раз, два, о, oh, yes, два, раз, ну все, а теперь сделаем лежа. Вот такие вот классные упражнения. Сейчас я повернусь к вам. О, yes. Вот так вот. Раз. Два. Вот. Уно. Три. Кватро. Чинко. Семь. Сете. Отто. Нова. Дечи. И соло квесто. Уно. Отлично, хоббичи. Дуэ. Три. Кватро. Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Perfetto. Qua. Qua. Раз, два. Видите, коленки. Uno, due. Guarda questo. Questo dritto, dritto, dritto. Sì. E res. Due. Tre. Quattro. Ah. Отлично. Dieci volte. Ah. Отлично. E questo. Uno. Due. Отлично, две чевольта. Uno. Хо! Дечи. Отлично. Раз. Раз. Indietro, siediti, qua, oh. Class, oh. Altra, just piace molto. Braccio.
5, 6, 7, 8, 9, 10 e adesso 14. 10 volte. Раз, два. Вот такое красивое положение. Становимся. Ножки на... Назад. Назад. Вот раз. И два. На. Нет, лучше сделаем так. Отжимание. Реклама. Помни счета. Класс. Слушаем дальше. Почему? Я хочу посмотреть другой джаз. Так, что мы посмотрим здесь? Questo e solo uno, due, tre, quattro, cinque, 10 volte. Perché è importante i muscoli qua. Smatrizia, stale, opa. Zitto, dritto. E questa. Tre, due, tre, quattro, cinque. Altissima. E tre, due, tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Давайте джаз отель. Ripassare. Ripassare. Ancora bracci, bracci importanti. Sì, sischi. Вот questo muscolo, вот questo. E questo posto molto brava quando вот questo muscolo c'è, questo muscolo c'è, вот questi muscoli. Questo, braccia muscoli. Sì, sì, sì. Sì, e poi questo meraviglioso. Anche controllo cibo, perché io non mai dormire. E perché mai dormire? Perché io vorrei mangiare, io sono fame, e dormire sono fame, perché io stasera mai mangiare, solo pranzo, stasera solo acqua calda, sì, niente.
Io ho fame. E va bene, una notte fame, due notte fame, tre notte fame e poi adattazione bene. Poi non fame è di più magrire, sì? Mangiare, mangi, importante, è naturale. E questo veramente sì. Sì. È sempre domande. E questo cibo bene per fisicamente, mio salute. Quanto mangiare arancino o patatini? Domande. E patatini bene per mio fisicamente e mio salute. Quando rispondo bene, mangio. Quando non va bene, ciao. Quando mangiare avocado o frutto di bosco o pesce, sì? Domanda. E questo cibo bene per mia salute, per mio fisicamente? Bene. Mangiare. Quando domanda pane o biscotti o caffè o tè, bene per mia salute? Rispondo. Bene. Bevi, non va bene. Quando fuma. Bene per mia salute, bene per mia fisicamente. Quando rispondo, è importante parli per Alona Camilla o per voi. Bene, sì? Parli russo. Пока мы отдыхаем, слушаем джаз, я хочу сказать, что я, конечно, любительница тоже поесть ночью, когда голодная, встать, съесть батон с маслом, с чаем сладким, это, наверное, из детства, это самое вкусное, батон, масло и черный сладкий чай, это наивкуснейший, а если еще батон, масло, вареница, малиновое, к примеру, да, это вообще из детства очень вкусно, но... Всегда задаете вопрос себе, я этому научилась, учу свою дочь, учу своего мужа, хотя уже всем прилично годов. Когда вы что-то либо кушаете, да, когда вы кушаете чипсы, кола, хлеб, мороженое, да, задавайте вопрос, это полезно для моего здоровья? Если это полезно, то кушайте для моего здоровья, для моей фигуры, для моей легкости, для моей активности. Если полезно, кушайте, но отвечайте, пожалуйста, себе честно. И я вот когда вот смотрю вот стол, да, мне так вот хочется все скушать, да, и я такая, ананас, bene per mia salute, хорошо для моего здоровья, для моего тела, да, если я отвечаю, да, я кушаю с удовольствием, и порции, продолжаем дальше. Потому что могу говорить долго, но фитнес нужно делать. Следующее такое упражнение, вот ручки назад. И раз, два. Как раз таки растягивается передняя часть, животик. И вот это раз, два. Сопра. Вверх, отлично. Вверх. Отлично. 10 раз делаем такие вот упражнения. Хорошо. И сейчас сделаем такой комплекс вместе с вами. Фабио Гаэтано ди Майо. Я в Чили. И такой вот комплекс. Для ручек, кстати, маскили, анки, импортанты. Гвардам эквесто. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Победе. Uno, браво. Due, tre, quattro, cinque, sei.
Guarda ora, forbici, guarda noi questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con piedi, 1, 2, 10 volte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guarda me, solo uno e solo sopra. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda me, 1, отлично, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, отлично. И следующее упражнение без отдыха, да? Мужчины отжимания, пошли. Женщина, ну я как женщина, я на коленках, да? Вот можно сделать так 5 раз, вот. Раз, два, три, четыре. Cinque e qua uno e due sì adesso un po' più ampio due tre quattro cinque no ancora questo qua sì e questo dritto. Sì, è questo. Раз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Отлично. И questo. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Восемь.
плавненько перевернулись на спинку. Ручки. Ручка uno e due, пацаны. Uno и questo раз, два. Schiena pavimento. Sì. Uno piedi, due. E questo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Un po'. Oh, che bello! Atlista. Ripassare. Relax. A me piace. Musica, fitness, relax. Oggi esercizio solo braccio. Perfetto. Отлично. Ну и, конечно же, сделаем такое упражнение, да, чтобы вот эти вот животик немножко подтянулся. Но сделаем 50. Cinquanta. Anche 100 volte. Sì, insieme per questo. Талия. Талия. Русская парола anche талия. Для талии. Просто вот это положение. Guardare come questo comodissimo. Quando malata, мало, non fatto. Niente. Не делаем. И раз, два. Отлично. Мы же разогрелись? Разогрелись. А, sono bagnata, bagnata. Sì, che ora insieme. Sì, опа. Упражнение. Па. Sì. И давайте. Uno. Fermo. Uno. Due. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Uno. Due, tre, domino. Так, волосы делаем, а то они у меня мокрые. О. Tre, quattro, cinque,
Эр. Рамина. Сей. Сете. Отто. Нове. Дечи. И questo uno fermo. Due fermo. Отлично. Отлично. О, жарко. Отлично. Аванти. 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 Ой, индетро аванти. Индетро аванти. Аванти. Сопра. Индетро сотто. Аванти. Сопра. Индетро сотто. Аванти. Sopra, indietro, sotto. E questo in giri. Perfetto. E questo molto bravo. Anche questo. Uno, due, tre, quattro. Ah, oh, che mi piace. Sì. Uno, due, tre, quattro. Cinque, perfetto, e due. Oh, yes, yes. No, io innamorata fitness perché questo mi è fisicamente. Sì, mio salute, mia felicità, mio smile. Sì, energia, attività. Sì, sì, sì. Chi ha fatto fitness insieme o palestra, tutto ricorda, dopo fitness, poi di più attività. Di più felice, di più semplice, e questo veramente sì. Oh, yes. Так. Ну, мы вот это вот сделаем. Так, мы это берем. Molto bene questo esercizio. Вот qua. Sì. Questo posto, qua. И а. Capito? А. Perfetto, anche 5 minuti. E poi individuale, creative. E malattie quando inspirare, respirare di più. Ciao ciao. Perfetto, questo un po' qua. Questo. Sì, relax muscoli, schiena. E questo, relax, muscoli, schiena, e questo, qua, tuk tuk, come elefant, 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 sì, massage, importante, oh yes, a me piace, sì, elefant, perfetto, sì, anticellulite, brava, oh, è forte e piace, attenzione, anche piedi, attenzione, un minuto, anche 5 minuti, perfetto, sì, per pelle, sangue, massaggio, vibro massaggio. Vibro massaggio. Anche qua. Oh, yes. Oh, a me piace. Perfetto. E poi, come sempre, massaggio per questo. Oh. Mi muscoli dura perché? Oh, perché? Vitamine D, K, calci, magni, omega 3 e vitamine C. E questo è importante. Vado, fatto esame, esame sangue, sì, e guardare vitamine, importante vitamine D. Quando mai vitamina D? Importante, vado su dottore,
І до тори вітаміни D3, K2. Вітаміни омега-3, вітаміни чи, а, і кальцію, магній. Sì? Questo molto 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 importante. Но prima sangue. Poi vado, no, prima vado da dottore. Poi sangue. Sì, esame sangue. E poi che cosa parla il dottore beve? E controlli molto importante. Sì, sì, sì. Io controllo, sì, sempre. Релакс. І adesso от questo. Anche dopo questo. Ой, che questo solo qua. От questo. Релакс. 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 Sì, релакс. От questo релакс. È bene. Sì. Seconda volta, ancora, 10 volte, 10 volte, toccare 10 volte, toccare 10 volte, metà 10 volte, metà 10 volte e metà come questo, 10 volte, 10 volte, sì, insieme, controllo, И сейчас опять релакс. А, вот просто релакс. Просто вот такая. О, анкетеста. Да, синдири, анкетеста. А, так. Мия капелли. И ква. О, ес. Релакс. А мы пьячи. О, ес. Sì. Visto? Prima fitness, fisicamente calda, сразу делаем fitness, разогреваемся, и очень хорошо именно на разогретое тело, когда вы сделали fitness, сделать несколько упражнений для лица. Poco esercizio per viso. А, вот questo. О. И это очень хорошо. А еще, если вы это делаете перед зеркалом, а quando tutti per specchio, guarda specchio, perfetto, meraviglioso. И третий подход, опять же, 10 раз. Почему я вот на вот эту часть делаю акцент? Ну, потому что, во-первых, я, ну, как бы руки дотрагивались с павемента, un po' sporco, и non vorrei...
Stamattina io ho sempre fatto massaggio per viso. Stamattina ho aperto occhi, dolce bagno, preparare dente, anche massaggio per decolleté, per schiena, sempre ginnastica ormonale, sempre, sempre giorno. E poi massaggio viso, massaggio braccia, massaggio piedi, sempre, sempre giorno. A quando fitness solo questo. E poi questo, bene, sì, bene. Ancora questo qua, sì. И опять же расслабительный такой вот. Расслабляем, да? И вот такими вот движениями расслабушки. Мне вот нравится вот так вот. И вот такие вот движения. Так, раз, два, да, вот. Ну, а дальше ваша фантазия, фантазия. Ну и, конечно, улыбка, смайл, смайл, риди, 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 импортанте. Ора ее спяча, мандела, посиджаре маре, релакс, манджаре бено, бави кафе. Non lo so che cosa immagino, mia fantasia, no, sempre domanda a questo cibo, bene per mia salute, bene per mia fisicamente, quando io rispondo sì, io mangio, quando rispondo no, io non mangio, no, anche io un po' gelato sì, una volta uno messo, biscotti stamattina uno, due sì, e basta. Uno braccio, secondo braccio. Chi brava! Sono bravissima. Hai visto forma? Forma. Sì, sì, sì. Anche sei bravissima. Complimenti. Buona giornata. Alla prossima. Fitness Forza Palermo con Alona Camilo. Sì, visto. Massaggio c'è. Психология, че, ну, парли русо, скуза, парли русо. Обратите внимание, обязательно поделитесь этим видео для себя, когда-то в истории вы поднимете, вспомните, что да, есть такая Алена Камила, у которой, проходя курс или курсы, начиная с психосоматики и продолжая дальше, 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 Господи Светлана, услышь меня, как можно дольше делать эти фантастические курсы, потому что они всегда с каждым курсом, на котором я прохожу в Светлане Тишковой, моя жизнь становится легкая судьба. Легкая судьба. Все легко по жизни. Легко по жизни. И именно исцеляющее путешествие 2, вот эти четыре энергии, которые я считаю, что это правильно. И женская, и мужская, и детская, и родительская. И я вот всеми, всеми, всеми владею и принимаю себя, какая есть. И вот я обратила внимание, именно детская энергия – это легкая судьба. И именно курс «Исцеляющее путешествие 2» вот я поняла, что почему я у Светланы Тишковой. А потому что с каждым курсом я свою легкую судьбу усовершенствую. Я вот вроде бы как бы не делаю никаких вот движений усиленных. А в жизни все есть. Я довольна жизнью, страной, политикой, курсами, обучениями, мужем, дочерью, близкими, друзьями.
музыка, вот все есть. И вам того же желаю. От мої окі, все привісто до ВБНу. Всі. Е персона, характеристика характера і осем пресентири БНу. Non va bene, non visto, mai, non visto, non ascolto, sì, non sento, sì. E quando mi è piaciuto, e piace, io visto, senti, ascolto, sì. Sono io, per me non c'è persona brutta, mai, perché persona c'è caratteristiche e non va bene e va bene. E quando io guardo persona, io visto che cosa mi piace. Perché quando mi piace, io benvenuti mia vita. Sì, sì. Perché una persona, un mondo. Sì, una persona, un mondo. Anche e questa persona c'è, che cosa mia vita non c'è. Io guardare. Poi vado in internet, cerco pane, grazie, perché io jazz, grazie Elio Marotta, perché quando io non parliamo con Elio Marotta, io non lo so, Andrea Rineo, è famosa show, famosa musica, sì, io 2 giorni, Андреа Ренео, музика, перфетто, джаз, грація Світлана Цяшкова, джаз, мольто п'яче, анке Фредді Меркурі, п'яче.